Эй, ребята, я вернулся. Если вы, конечно, помните еще, кто я такой. Но вернулся ненадолго, просто чтобы сказать, что я переехал с Ютуба на сайт, ссылка на который есть в описании, и туда я буду выкладывать новые комиксы. Ну, возможно, на Ютуб тоже буду что-нибудь закидывать, но очень редко. Если есть вопросы, задавайте в комментариях. Ну и самое главное, комикс-то смотрите. Прости, моя леди, но это больше не может продолжаться. Ты должна знать. Нет, кот, не делай этого! Нет, нет, нет! И никуда не сбежать. Посмотри на меня, моя леди. Нет! О, Господи! И снова здравствуй, моя леди. Здорово. Я сказала тебе. Тики! Что я наделала? Марине, ты как? Я просто идиотка, Тики. Не будет ненавидеть меня, Тики. Я ведь столько раз отвергала Адриана. А сегодня я его еще и ударила. И что я за человек такой? Какой из меня герой? Марине? Это ты? Аля? Какого черта? Ох, дорогая, пойдем домой. На следующий день. Просто ужасная ночь. Что мне теперь делать? И ее лицо перед глазами. Теперь она меня ненавидит? Это все идея Плага. Он сказал, что мы вполне могли бы раскрыть друг другу свои личности. Но так ли это важно? Просто дай ей немного времени, парень. А потом поговори с ней еще раз. Только без всяких неожиданных поцелуев. Он, конечно, тоже расстроился. Ведь с его подачи все произошло. Я не могу ее потерять. Этого не будет. Эй, чувак! Привет, Нина. Нужно вести себя как обычно. Никто не должен знать. А ты в курсе, что ты выглядишь чуть лучше, чем зомби? Что случилось? Да нормально все, устал просто. Скажи своему отцу, что тебе нужно немного отдохнуть. Ага. А еще я поцеловал Леди Баг. И она меня ударила. Привет! Привет, Аля. Привет, Нина. Что случилось? Я сделал что-то не так? Она просто проигнорировала тебя? Видимо. Почему? Если честно, без понятия, Нина. Маринет Дюпен Чен. Она болеет, мэм. И тошнит от кое-кого. Да что случилось с Алей? Почему она так зло смотрит на меня? Позже. Почему Аля это сказала? Прозвучало так, будто ей правда сделал что-то ужасное. Эй, Маринет! Привет, дорогая, как ты? Ага, да все в порядке. Что? Он здесь. Выглядит нормально. Маринет, это невероятно. Он сделал такое, а ты беспокоишься об Адриане. Ты должна забыть его, а не беспокоиться о нем. Я все скажу ему и заставлю извиниться. Адриан, конечно, мой друг, но ты моя лучшая подруга.
а я просто не хочу, чтобы тебе угрожала Акума. Маринет угрожает Акума из-за меня? Да что же произошло? Ладно, я ничего не буду делать, обещаю. Хорошо, дорогая, я зайду после занятий. Хорошо, увидимся. Ох, Аля, что случилось, Маринет? Аля и ее опрометчивые действия. Она что-то сказала Адриану, явно что-то нехорошее. Не злись на нее, она ведь тебя любит. И теперь из-за Али Адриан будет ненавидеть меня. Пожалуйста, успокойся. Все хорошо. Этого не будет. Но Аля сказала, что... Маринет, ты вся горишь. Не плачь, попробуй уснуть. Я точно не смогу уснуть. У меня столько мыслей обо всем. Я никак не могу перестать думать про вчерашний день. Может, я неправильно сделала... Может, надо было сказать Але правду? Что было вчера? Тебе нужно согреться. Но скажи мне, что ты вообще здесь делаешь? Совсем одна и без теплой одежды. Я просто... Что? Я пряталась здесь. Пряталась? От кого? Кто-то сделал тебе больно? Или это была Акума? Ты в порядке? Ты можешь просто сказать, что с тобой случилось? Маринет. Как хочешь. Пойдем.